Всем привет, мои дорогие подписчики! Сегодня я хочу нарисовать гамбургер. Сочный, вкусный. Сегодня моя цель — добиться, чтобы у каждого, кто смотрит это видео, потекли слюнки. И зажурчало в животе. Я начинаю с эскиза. Набрасываю эскиз. Не очень детально, схематично. Рисую нижнюю булку, лучок, зелень, котлету, два огурчика соленых, сыр, два помидора и верхняя булочка. И начинаю раскрашивать. Сегодня я буду рисовать гуашью. Беру охру и попробую охрой сделать булочки. Но охра слишком плоско будет. Поглубже хочется цвет определить. Добавлю чуть красного. Булочка тогда будет более зажаренная такая, с корочкой. Рисую нижнюю булочку. Пока что просто одним таким кирпичным, светло-кирпичным цветом. И перехожу сразу же к верхней булочке. Ее сделаю немного посветлее. Больше охры добавлю в краску. На верхней булочке чуть-чуть будет виден низ поджаренной булочки. Низ будет светлее немного, а разрез, он как поджаренный, и будет темнее и сверху, и снизу. Внутреннюю часть булочки заполняю светлым цветом и немного светлых акцентных мазков накладываю на обе булочки. Намешиваю белый с охрой, белый с желтым. Такие оттенки подходят для булочки. Теперь я намешала три различных оттенка красного цвета. Темно-красный, красный с оранжевым и светло-красный. И делаю котлету. Сначала просто красным цветом, затем красный с черным по краям делаю. Показываю тем самым зажаренное мясо, где-то оно более зажарено. И светлые моменты тоже делаю, блики на котлете. Далее перехожу к лучку. Лук делаю фиолетовые, три таких колечка. Но они будут не колечками, а просто полосочками, потому что они лежат на булочке. Сначала просто фиолетовым цветом, и затем белые линии. Белые внутренние линии. Немного определяю форму луковых колец. Далее рисую соус. Один соус будет охру с оранжевым, я смешала. И делаю такие небольшие потеки, потому что у нас бургер сочный, и соус с него прям сочится. Один соус определила. Делаю немного бликов с одной стороны. И далее будет белый соус. Тоже стекает по нежной булочке. Ловлю себя на мысли, что мне нравится рисовать еду. Я очень люблю кушать, и поэтому очень люблю рисовать еду. Получаю от этого больше удовольствия. Скажите, вам нравятся рисунки с едой? Вот я рисовала натюрморт фруктов. Теперь я рисую гамбургер. Помню, еще рисовала кексик. И от всех рисунков я получала большущее удовольствие. Белый соус нарисован. Теперь приступаю к зелени. Зелень делаю не темную, а такую светло-зеленого цвета. И зелень у нас будет, ну, практически везде выглядывать. Она будет придавать сочности и красоты этому бургеру. А в зелени будут как и темные участки, так и светлые. Теневые стороны и стороны с бликом. Не забывайте об этом. И вот проследите, как я это делаю. Краешки должны быть светлее, а внутренняя часть, которая как бы уходит внутрь, она темнее. Немного можно желтого подмешать, сделать светлые листья салата.
Далее, вот не, мне кажется, как по мне, не очень получился у меня бекон с правой стороны на бургере, но я пыталась его нарисовать. Не доработала. Я чувствую, что я его не доработала. Немного добавляю поджарки котлете и тоже различных бликов добавляю. На мясо также накладываю желтые мазочки и перекрываю красным. Дальше приступаю к двум малосольным огурчикам. Рисую окантовку огурчика, то есть его шкурку. Значит, я намешала для этого цвета зеленый с охрой и добавила немного синего для темноты. Шкурку сделала. Возле шкурки следующий слой идет желтый с зеленым. И внутренняя часть, самая светлая, идет белый с зеленым. Но и также нарисовала семечки белым цветом. Далее перехожу к сыру. Сыр делаю ярким акцентом на этом бургере желтого цвета. И буду накладывать его в несколько слоев, потому что гуашь не как акрил очень хорошо перекрывает. Нужно дать подсохнуть и еще раз пройтись краской. Перехожу пока что к помидорам. Два кружочка помидора будет лежать. Я их сделала немного различающихся по оттенкам. Один более красный, другой красный с оранжевым. Между ними делаю тень. Показываю, что это два кружочка помидора. Также тень немножко на сыр падает. Сыр еще раз прохожусь желтой краской. Немного на булочке делаю других оттенков. Вот, например, желтые. Еще в пустом месте добавляю зелени. Дальше немного поправляю, где нужно. Где-то, например, остался белый участок, заполняю его каким-то оттенком темным или красным. Мясо чуть-чуть подредактировала, сделала побольше. И добавляю теней на булочке. Немного красных таких кирпичных оттенков добавляю. Делаю блики на помидорах. Немного поддаю тени сыру. И делаю кунжут на булочках. Мне кажется, кунжут сразу придаст аппетитность этому бургеру. Кунжута делаю много. Сначала делаю не сильно яркий. Делаю и внизу, и вверху. На верхней булочке будет кунжута побольше. Далее уже добавляю более белых и ярких зернышек. Немного добавляю бликов на булочке еще. Вот такие смешала желтый с белым. Прям светлый такой цвет, и положила с двух сторон на булочке. И также сверху добавила. И снизу тоже немножко сделала бликов. Еще мне захотелось утемнить верхнюю булочку и сделать, знаете, как вот немножко заломы на булочках, показать ее мягкость, пушистость, что она очень свежая. Вот такой здоровский бургер получился. Мне очень нравится. Лично у меня потекли слюнки и зажурчало в животе. Пишите в комментариях, как вам такой рисунок. Мне очень интересно и приятно читать ваши комментарии. Спасибо вам большое. Мы движемся к заветным 500 человек-подписчикам. Я готовлю для вас 3 супер сюрприза, подарка, которые выиграть может каждый мой подписчик, если поучаствует в конкурсе и напишет комментарии. Но это все будет на 500 подписчиков. Поэтому желаю вам вдохновения, рисуйте с большим удовольствием. Всем пока, до встречи в комментариях.